Головной боли нет? Боли в сердце не беспокоит? Наталью Малиненко называют незаменимым доктором. Все просто. Она единственный врач в детском отделении, зданию которого уже почти полвека. Маленькие пациенты и их родители скромно описывают свое пребывание в районной больнице. Ну, лечение здесь хорошее. Все лекарства дают. Ничего мы не покупаем. Это очень хорошо. Ну, насчет условий, конечно, хотелось бы, чтобы и ванная комната для детей, туалет был, конечно, получше. Ну, палату немножко, конечно, отремонтировать нужно. Палаты с 60-х как будто совсем не изменились, замечает Вениамин Кондратьев во время осмотра районной больницы. Старые деревянные двери, обшарпанные стены и потолки затерты до дыр линолеум. Главный врач рассказывает, капитальный ремонт здесь никогда не делали. Только 5 лет назад поменяли окна и подоконники. Эти стены явно не лечат, замечает глава региона. Если взять постороннего, привезти и сказать, где ты, я думаю, вряд ли он скажет сходу, что он находится в больнице, что он находится в черном... в лечебном учреждении. Это так и есть, это правда. И сегодня, что мы видим, она абсолютно не радует. Она, наоборот, вызывает, ну что, возмущайся, хоть не возмущайся, а на самом деле надо было вовремя все делать. В первую очередь, страдайте вы, которые сюда попали. Да. Местной медицине помогает ипотерапия. Благо, рядом один из лучших в стране конных заводов в России. В поселке Восход почти 200 племенных лошадей. Чистокровные англичане. Вот. Держи, давай, еще одну. Да. Это лорд. Любит яблоки. Победители международных и российских скачек. Сегодня лошади готовятся к отправке на Краснодарский ипподром, где будут участвовать в соревнованиях. У директора завода Вениамин Кондратьев интересуется, насколько выгодно сегодня заниматься коневодством. Экономика у коневодства есть? На сегодняшний день лошади нам приносят убыток, потому что нет системы. Нет системы поддержки в производстве, вот, нет поддержки в испытаниях. Знаете, с чем я с вами согласен? Казак без коня не казак. Естественно. А Кубань без коневодства не Кубань. Это правда. Кубань мы однозначно сегодня... будем говорить, останется Кубанью, если коневодство на Кубани будет. Поэтому мы должны его развивать. Государственная поддержка и рентабельность сейчас нужны не только в работе с лошадьми. В кооперативе асфальтового производства Вениамину Кондратьеву показывают, как за час здесь могут сделать 35 тонн бетона. Недавно освоили и новую технологию каркасно-монолитного строительства. Первый такой дом уже возводят в Армавире. Стоимость 1 квадратного метра, рассказывает исполняющему обязанности губернатора, всего 30 тысяч рублей. Если вы будете держать, я бы сказал, социальную цену за квадратный метр вот на такое жилье и при таком его качестве и внешней красоте, конечно, я считаю, что это будет украшением любого города. И не только Армавира. Давайте первый квартал или первый дом запускайте, подъедем, посмотрим и дальше сориентируемся. Больше серьезных производств, кроме того, что увидел Вениамин Кондратьев, в новокубанском районе, пожалуй, и нет. Бюджет практически полностью дотационный. По уровню развития малого бизнеса район рухнул с 11 места на 40-е. За 10 лет ни одного серьезного инвестпроекта. Экономика только за последнее время упустила как минимум 1 миллиард рублей. Непростая ситуация. И я не оптимист. Это, наверное, я не скрою. Это первый район, который у меня вызвал. Первый район за все районы, которые я объехал. Вот такое внутреннее определенное угнетение. Ну, это не значит, что надо опустить руки. Я их не опускаю и вам не советую. При формировании бюджета я четко хочу понимать, то есть какой район какую нишу займет и сколько необходимо денег, в том числе на поддержку района, предусмотреть в краевом бюджете. Но важно понимать, где эта точка роста ваша. Просто жить иждивечески, то есть это не принимается, мной быть не может. 3 месяца назад Вениамин Кондратьев предложил бывшему главе района уйти в отставку. В его бытность Новокубанск из-за мертвой экономики стали называть спальным районом Армавира. Судя по отчету нынешнего главы, наследие досталось действительно сомнительное. У нас растущая безработица. У нас с начала года с 1% выросла до 1,3%. Многие жители вынуждены отрываться от семьи, ехать именно в те территории, где можно заработать, в Краснодар, в Сочи, ближайшие территории, тот же Армавир. У нас только за последние 5 лет было оптимизировано и сокращено 6 тысяч человек. 6 тысяч человек, и сейчас занято в нашей экономике 30 тысяч человек, работают непосредственно в экономике Новокубанского района. А могут работать 48 тысяч.
Кадровый голод и отсутствие рабочих мест оказались настоящей болезнью для Новокубанского района. И наглядный пример – как раз местная больница, где во всем детском отделении работает один врач, при том, что других, не самых жизненно необходимых сотрудников, там в избытке. В ЦРБ отмечается избыточный персонал. Сейчас, пожалуйста, внимание. 13 человек работают в оргметод-отделе, 4 медстатистика, 21 ставка в отделе автоматизированных систем управления, попросту говоря, компьютерном отделе, 28 медрегистраторов. А зачем 28 человек? А тут много вопросов. 23 человека в бухгалтерии, 21 ставка там в аптеке. В больнице-то было 4 человека всего. Да. 10 человек документоводов, 6 кадровиков, 5 сантехников, 3 плотника. Итого 134 ставки. При этом... Анна Алексеевна, здесь я уже не надо констатировать, это серьезная проблема, она кричащая. Тут надо вмешиваться. В ручном управлении откручивать головы, по-другому не скажешь. Мы ваше поручение начинаем выполнять завтрашнего дня. В ручном управлении разберитесь, четко мне доложите. Если необходимо привлечь правоохранительные органы, я сделаю все, чтобы они были привлечены. Поднимать экономику дотационного региона в первую очередь нужно за счет увеличения собственных доходов. Так как промышленным центром Новокубанский район никогда не был, поэтому ставку здесь собираются делать на развитие сельского хозяйства. Самостоятельным бюджетом вы не вылезете. Он у вас небольшой. Однозначно нужна будет господдержка. Где вы видите перспективу? Аграрное направление здесь все равно доминирующее. Зернобобовые. И, конечно же, развивать все-таки овощеводство, насколько это возможно. И все-таки перерабатывающую промышленность, именно продуктовую, здесь необходимо у нас локализовывать. Мы не должны быть придатком на сегодняшний день развитых экономик. Все проблемы, как неоднократно сегодня звучало, по сути от того, что местные власти просто не знают, в каком направлении нужно двигаться. Вениамин Кондратьев дал один месяц на то, чтобы разработать дорожную карту, в которой на ближайшие 5 лет будет четко прописано, как должен развиваться район. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Новокубанский район.